Кузнецовском мосту, который уже 55 лет не ремонтировали, новое происшествие. Водители большегрузов сломали ограничительные ворота, которые установили неделю назад. Установку всех технических средств на Ивановском путепроводе закончили в ночь с 25 на 26 августа. Помимо габаритных ворот, на боковых балках моста установили специальные улавливатели для падающих элементов, а также смонтировали ограждения на пешеходных проходах. Монтаж всех технических средств занял около месяца. За свои работы фирма ТСК «Грань» получила 1 миллион 810 тысяч гривен. Напомню, Ивановский мост признали аварийным. Еще в феврале по нему запретили движение грузовиков. Однако не все водители соблюдали запрет. Когда приступят непосредственно к ремонту Ивановского моста, пока неизвестно. Проект его реконструкции будет сделан в лучшем случае в конце 2021 года. Уже известно, что только на сам проект город потратит 8,5 миллионов гривен. Ремонт путепровода, по предварительным данным, обойдется примерно в 500 миллионов. Где Одесса возьмет эти деньги, пока неизвестно. Телеканал «Репортер» будет и дальше следить за развитием событий на Ивановском путепроводе. Василий Базовлу, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».